Всем привет! Вы на канале в деревне под Уфой. И сейчас будет такое небольшое включение с места сенокоса. Сенокос в этом году как бы закончился для нас. Ну, вернее, осталось вот это сено все привезти и сложить уже у нас во дворе. Погода была очень хорошая. Сено скосили, высушили, сложили вот такие стога в такие. Это получается 7 стогов здесь, на этом поле, и 3 стога тут на соседнем поле еще. А сено очень душистое такое, приятного запаха, зеленое. Ну, все вовремя как бы сделали. Сена, думаю, достаточно будет, с учетом того, что овечек у нас мало в этом году. Осенью, даст бог, ягнятся овцы. И в зиму примерно будет около 10 голов у нас зимовать в этом году. Это, по моим подсчетам, достаточно сена. Тем более у меня еще на сарае позапрошлого года сено лежит. С учетом этого, сена, думаю, достаточно. У нас тут кострец и луговое сено. Как бы преимущественно кострец. Этот сток мы самым первым собирали. Он уже так снаружи пожелтел. А внутри все разделенное. Сено собирали с пацанами, со своими. Сегодня вот устали, сейчас домой едем. Теперь будем отдыхать уже. Ну, привезем сено. Привезти сено — это уже не такая большая проблема. На эту погоду уже не так сильно будет влиять. Сами выберем день, когда солнечный, безветренный, и будем потихоньку возить его. Все, на этом буду прощаться с вами. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.